просто вы зажимаете. Это тоже молоко. Я понял, понял. Знаю, знаю, знаю. А если не зажимать, то будет. Не вижу цены. Вот сколько вижу? 8. Ну, по-моему, они в том году столько стоили. Да? Я думала, дороже было. Нет. А может быть, другой был? Сергей Радонежский, Федоровский, Богородский. Это то. Три изображения на одном колоколе. У меня с этим колоколом, с таким был случай интересный. Магнитогорский бабушка подходит. Говорит, ну где был мой колокол? Я говорю, а который ваш? Говорит, ну надо мной позвонить, как только я загадку, уже колокол мой. Во мне, говорит, весь мир, надо с ним бороться. Я звоню, она давай другой, третий, четвертый, тоже ярмарка православная. Я уже колокол позвонил, как она тяпкала. Люди аж отпрыгнули. Его и возле рук, говорит, мне он нужен. На следующий день приходит, салаты нам приносит, благодарит, мне помогает. Батюшки сидели, местная партия, говорит, наше место держимое. Что колокол делает? Да, давай нам тоже. Россия помогает, мы тоже хотим бесом. А как у него название? Какое он? Сергей Радонежский, Федоровский. Вот это три изображения. Ага. Это как паспорт, да? Ты уже посмотрел. Нет, вам паспорт, значит, вам есть тройные или пешки? А есть обычная бинарная? Обычная. Бинарная, сейчас больше делаем. Так. Есть черная, да, есть коричневая, найдем коричневую. Опа, вот это. Все есть. Наконец-то, что-то цепляет. Что-то белка, что ли, да? Да. Сразу. А малые и маленькие у вас почем? 7. 7, да? А, вот какая маленькая разница. Есть какой-то. Помощь Божия.